продолжение предыдущего видео. Хотела помыть окно, показать вам чистоту и красоту, на которой я наконец-то сподобилась. Но тут тревога у нас. Тревога так, на времечко. Вот такая жизнь. Но сейчас быстренько надеюсь, что до тревоги следующей я успею. Вот начнем каждое растение показывать. Я показываю. Вот, смотрите. Выбрасываю. Черная ножка. Что я делаю с этим? Перемешиваю здесь хорошенечко, вскапываю. Вот что осталось. Вскопала. Полью. Хорошенечко. Убираем, так оттираем газончик. Поливать хотела по душам, помыть, показать, но не знаю. Дальше рассматриваю. В одном горшочке растет вот такое красивое рео. И наш замечательный восковик. У него тут много новых листиков. И очень тянется, видите, веточка дальше. Растет ускоренными темпами. Что я делаю? Здесь у нас влаги мало. Поливаю это растение. Поливаю. И что делаю? Обтираю, отставляю в темпе, так сказать, между тревогами. Дальше показываю. Красавчик. Хлорофита. Вот такой красавец. Вот он цветет. Я его уже полила. Тоже сейчас мы его берем. Снова показываю колю с бутылки. Он дальше развивает свой корень. Посадить боюсь не успею. Не знаю, что будет. Вдруг опять завяжет тревога. Ну вот такой вот красавчик. Полила томат. Такой громадный, длинный. Надо перенести его в светлое место. Скорее всего, на балкон перенесу. Там он цветет, закрутился здесь. Ну и самый страшный реальный ужас этого замечательного горшка. Сейчас мы там здесь сделаем. Все, баклажан. Огород на подоконнике закончился. Мечты не сбылись. Благодаря отличной войне. Убираем все сухие листья, все сухие цветоносы. Вот такое маленькое, а такое, смотрите, один цветонос, второй цветонос, третий цветонос. 4, 5 я как-то сорвала. Вот на таком маленьком, смотрите, черенке было 5 цветоносов. Так что вот такой плодовитый. О, тут у нас, оказывается, еще один алоэ вера. Ну что, почистили от сухих листьев, от сухих цветоносов, от цветочка. Вот пока веточку вытащить. Сейчас попробую еще отрезать. Ну что, поливаю. Это я высушенный чай кладу. Поливаю. И сейчас буду убирать на подоконнике, мыть окно. Когда удастся все закончить, покажу, что уже получилось. Вот так теперь выглядит растение на помытом окне. Засохший цветонос я отрезала. И вот какая длинная лиана. Ну что ж, теперь будем прощаться. Пока-пока.